Здравствуйте, дорогие девочки! Я вообще-то сегодня сниму видео про мои модные покупки. Да, но вначале хочу сказать, не знаю почему, мне нереально не хочется снимать видео в последнее время. Поэтому, если, может быть, мне лучше было бы снимать видео, загружать два раза в неделю. Давайте приступим. Если помните, у меня был блог и про покупки. Я купила такую кофточку. Мне она очень нравится, такая солнечная, поднимает настроение. Она такая вот длинная. Сзади вот такая штука, такой вырез. Это полиэстер, синтетика, но оно такое довольно просто красивое, что мне оно подходит и так. Дальше я буду показывать с разных магазинов. Это было с магазина Lomans. Извините, если я подправляю волосы. Вот такое платье я купила, оно катоновое, очень красивое, оно имеет красивую вышивку, а внизу оно такое раскрашенное, мне оно очень нравится, вот такой вот вырез, это супер платье, мне такое нужно иметь причину, причину его одеть. Еще не так довольна. Тепло, чтобы я смогла ему одеть. Тут у меня лежит также вот такую на пляж. Вот такая штучка я купила. Она прозрачная. Вот такая она очень красивая. Мне она очень нравится. Если вы будете не против, я завяжу волосы. Я купила в магазине Lomans такие штаны в таком цвете. Что необычно в этих штанах, то, что когда я делаю вот так, они выглядят, то, что вот эти завязочки, они не посередине, они сбоку. И они удобные на летнее, прохладное, носить на вечер. Дальше. В магазине Forever 21. Все штаны я купила в магазине Lomans. С того влога вот эти все одежды за месяц. Вот. Ну, такая катоновая кофта. Почему я ее взяла? Это потому что у нее вот такой вырез. И очень приятно. Сейчас вообще-то это в моде. Очень много люди покупают такие кофточки. Дальше я ходила в магазин и искала себе яркие джинсы. Вот. И джинсы я нашла пару. Одни джинсы, вот эти джинсы. Я именно хотела яркие джинсы. И вот такие джинсы я взяла. Они ничего особенного нету. Никакой вот такие обычные джинсы от Forever 21. Но просто мне понравился вот такая расцветка. Вот. Это более синие, но такие более ментоловые цвета.
Дальше в том же магазине Forever 21. Вот, я нашла себе такие джинсы. Это джинсы необычные, а мне это привлекло. Они были 24,80. И вот эти джинсы, они, если вы видите, у них ничего у них особенного, просто особенно в том, что они переходят светлого цвета в более такого ментолового, бледного розового. Мне они очень нравятся. Вообще-то я... Да, короче. Вот такие джинсы. Дальше. Я была в магазине, с мамой пошли в магазин Center 21, и там я нашла такие леггинсы. Мне привлекло, что они такие цветастые, и реально они очень комфортные, как будто пижама, но мне ходить очень удобно. Вот они все такие цветастые, материал катуновый, но материал пижамы, но они очень удобные. Дальше, вот эта кофточка, то есть футболка. Я хотела купить футболку, это было куплено в магазине Джо Фреш. Вот такая кофточка, чего особенно вот такой вырез. Я купила в таком цвете от Джо Фреш. Джо Фреш выглядит вот такая, вот так она выглядит. Вот такая тоже зеленая. Они очень удобные, комфортные. Они как-то построены, что они не худеют. Я именно хотела с таким вырезом иметь. И вот такая же цвет. Вот такой. Но побольше это large. На всякий случай за large. Ну, а это medium. Ну, вот такая кофта. Футболка, она не сильно короткая. Мне она нравится. Forever 21. Я купила... Не, нужно вывернуть. Такая кофта, она... Ну, давай. Да. Вот такая кофточка. Мне очень напоминает украинский вот такой рукав. Она такая легкая и... очень прикольно, и, конечно, под нее нужно одевать что-то, чтобы не было очень заметно. Так, последнее, что я купила, это тоже, там еще штаны, но они мне не очень нравятся, но я не знаю. Вот такие яркие розовые штанишки. Тоже Джо Фреш. Эти штаны очень удобные. В них они такие розовые. Мне они очень нравятся от компании Джо Фреш. Там есть разные стили, но мне она понравилась. Да. Это все мои модные покупки. Я буду стараться поменьше выходить за покупками. Хотя мама все равно зовет магазин. На этом все. Надеюсь, вам всем понравилось. И пока.